Добрый день, я Екатерина Азизова, сертифицированный коньяк-эдюкейтор и бренд-менеджер коньячного дома Рули. И я расскажу вам про коньяк. Всякий коньяк — это бренди, но не всякий бренди — это коньяк. Что же скрывается за этой фразой? Бренди — это крепкий алкогольный напиток, изготовленный из виноградного вина, а коньяк — это бренди, обязательно сделанный в регионе коньяк во Франции в соответствии с законами, регулирующими его производство. Регион коньяк располагается на юго-западе Франции, недалеко от Атлантики, примерно в 5 часах езды от Парижа. Регион разделен на 6 зон или крю, в зависимости от совокупности почвенно-климатических условий и исторических предпосылок. 4 основные зоны – это Гран-Шампань, Петит-Шампань, Фен-Буа и Бордери. 95% посадок региона представляет один сорт винограда – Униблан. Это белый сорт, из которого получается вино с низким содержанием алкоголя и высокой кислотностью, идеально подходящее для дальнейшей дистилляции. Урожай собирают с середины сентября до середины октября, в зависимости от степени зрелости винограда. Сусло, полученное из винограда, бродит в течение 7-10 дней, и затем можно приступать к дистилляции. Вино загружают в медный перегонный куб «Алламбик». Дистилляция проходит в 2 цикла особенным образом. Дистиллятор отсекает головы и хвосты и берет только среднюю фракцию дистиллята – сердце. Именно сердце затем отправляется в дубовые бочки для дальнейшей выдержки в погребе. Минимальная выдержка для спирта, который в дальнейшем станет коньяком, составляет 2 года. Это категория выдержки ВС. Затем ВСУП – 4 года и XO – 10 лет. Коньячный дом Руле – один из старейших в коньяке. Это маленький фамильный дом, основанный в 1772 году господином Полем Руле. Именно Руле начали первыми продавать свой коньяк в стеклянных бутылках. Из-за высокого качества напитка были выбраны официальным поставщиком армии Наполеона. Все коньяки Руле изготавливаются только из собственных спиртов, произведенных на старинных перегонных кубах в поместье Руле из вина со своих виноградников. Ничего не закупается на стороне, контролируется весь производственный процесс от момента посадки лозы до упаковки готового продукта. Коньяк Руле ВС. Минимальная выдержка спиртов – 3 года. Коньяк золотистого цвета с янтарными отблесками. Аромат с нотами яблока, горького шоколада и кураги. Во вкусе сбалансированная сладость, бархатистая атака и послевкусие с оттенками яблочного джема. Отлично подойдет для употребления в чистом виде, со льдом и станет изысканной основой для коктейлей. Коньяк Руле ВСОП. Минимальная выдержка спиртов – 5 лет. Коньяк насыщенного золотистого цвета с янтарными отблесками. В комплексном аромате угадываются ноты цитрусовых, персика, сандалового дерева и легкие оттенки кожи. Вкус мягкий, сбалансированный и шелковистый. Коньяк очень гастрономичный и идеально подойдет для сопровождения трапезы. Коньяк Руле Каде XO – это представитель новой линейки от дома Руле. В составе спирты 2008, 1989 и 1988 годов урожая. В аромате ноты чернослива, инжира, миндаля, нюансы специй, а также оттенки меда и сандалового дерева. Во вкусе сбалансированное фруктовое начало и бархатистое послевкусие. XO Каде создан для неторопливой дегустации и хорош в качестве дежестива. Будет отличной парой к сигаре.